истории нашей и интернету, скажем так. Когда-то лет 10 назад у меня была такая идея возобновить гонки на грузовиках. Я разработал логотип, и как-то вот он в интернете оказался, этот логотип, мы его где-то, видать, пиарили, это было лет 10 лет назад. Вот. Прибалты узнали о фестивале, есть такой там Дзинтерс, парень хороший, узнали про Олкарленд, увидели этот логотип и вышли через дизайнера на меня. Вот. Это логотип, который 10 лет назад был в интернете. Предложили свои машины. Я сначала не понял, что это, как это, что-то за грузовики спортивные. А когда увидел фотографии, да, газоны 51-й, 53-й, эти легендарные их там «Жигули», «Москвичи», стало интересно. Ну и когда мне Дзинтерс говорит и с нами хочет приехать на ваш фестиваль «Стасис Брунза», ну, сразу все вспомнили эти плакаты 80-х годов, 90-х, у каждого пацана висело это «Жигули» Стасиса. Ну и понятно, что человек-легенда, десятикратный чемпион Советского Союза, обладатель множества кубков и призов, побед у него. Закончил он выступать на Порше в 2000 году. Вот. При общении с ним человек, скажем так, вообще очень простой, очень интересный, без всяких там каких-то требований, очень хочет побывать на Украине. Попросил, мы ему собираем его коллег, с которыми он выступал, там сборной Советского Союза тогда. Очень интересно ему, и я так понимаю, что на этот фестиваль они едут с автовоз, везет грузовики раллийные, и «Москвич», этот их не какой-то легендарный. Вы увидите на фестивале, какие призы они там и какие достижения они брали. Вот. Самая главная задача прибалтов, они хотят привлечь Украину в свою гоночную тему, именно на грузовиках. Они будут представлять все свои мастерские, у них будет висеть экран на площадке, где они будут рассказывать, как строятся эти грузовики раллийные, какие они делают соревнования. То есть, как говорил мне Дзинтерс, что они хотят видеть жовто-блакитный флаг в рядах, когда они проводят всякие мероприятия по Европе. Это вся Прибалтика, это Польша, вот, и почему-то их интересует наша страна. Ну, посмотрим, как они будут представлять эти грузовики. На них можно будет поездить, можно будет пообщаться с ними, со Стасисом, соответственно. Человек приезжает 26 числа, улетает 29. Так что вы как журналисты имеете в виду. Если вы его увидите на фестивале, вы можете с ним пообщаться.